Здрасте. Здрасте всем, мы тут в Грейне. Опять в Грейне. Мы еще едем. А там смешарики играют. Это я говорю деду. Дед, отпусти меня. Ну нафига я тебе? Я Манси Пама! Ку-ку! А можно в окуду? А почему мне просто не открыть тут все это? Замычкой или что-то? Открычкой? Ну, дед не открывал. Я тут, значит... Встретить Новый год в лесу просто замечательная идея. Да здравствует морозный воздух и романтика. Ура! Долой радио. Спички! Ну, лучше всего птичку убить, чтобы получить что-то это... Дробовиком ее! В лес будем встречать Новый год. Здрасте! Так, где это? Так. У вас тут метеориты, да. А, миллион всего лишь. Я тебя убью, птица. Опа! Опа. А как? Гупаже! Я убираю, а? Бревно! Да я страховщику свою могу. Да, я второклассницу могу жить. Вот. Ай. А что это? Ага. Глупая же. Нет, иди отсюда. Нет, я ухожу отсюда. Он вроде... Он вроде идет оттуда. Так, под стол прячемся. Вдруг он сюда зайдет. Ой, не под стол. Под диван. Кстати, он тут спит вроде. Что сделать?
Нет такого. Я боюсь. Запомни. Ждем деда. Господи, где дед? Дед! Дед! А я волнуюсь уже за деда. Бедный грандпа. Дед! Дед, ты где? Дед, где ты? Ну так почти ничего не видно. Дед, ты где? Дед. Понятно, где тут бедный дед. Дед! Дед, ладно, я тут буду стоять. Да где дед? Понятно, деда нету. Дед умер. Дед. Ну где же ты? Я переживаю за тебя. Где этот дед с бякой? Где он? Ладно. Ладно. Не увижу я деда наконец-то. О, слушайте! Просто мистер Беспалевность. Мистер... не знаю, кто еще. Как тебя еще называют? Где ты? А за что нельзя? Где дед? Так, где этот-то? Тот с шотганом. Подписчик.
Вы верите, то, что он живой? Вот и я нет. Сейчас я наткнулась на него. А, он с отцом заходит, да? О, тут можно спрятаться. До свидания. Я тут не живу. Я тут не живу, все. Меня тут нет, я к вашему крокодильчику. Понятно. Сейчас я такое открою, и тут дед. Нету. Герою пофиг, да? Типа вот так ему нормально, да? Вепанки! Какие же старые задачи! Так. Пациент, вы живы? Так, идем к нему! Лив, давай, помогай! Где он? А, идем отсюда, давай. Ждем. Сейчас мы сюда приедем и тут такой дед пришел. Дед идет. Идем сюда. Шумим. И сейчас я вам докажу то, что у деда мать. Вепанкей. Ну, нам нужна рогатка особенно. Сейчас я вам докажу то, что у деда маник, если он сюда придет. Дед, ты где? Опа! Сейчас будут цыганские фокусы. Дед! Сейчас бы дед! Пин, лосяш, бараш.
Где дед? Ну, дед, ну где ты? Не расстраивай меня. Где ты, наша модница? Ну, я хочу показать своим, может, там уже два, может, больше. Ну, давай. Опарыш. Ага. Укольчик, вот туда! Не знаю, сколько это будет. Лица это все. Где наша модница? Где наша модница? Ну где? Вот. Где ты? Где ты, моя девочка? Вот! У деда Бадик! У деда Бадикю! У деда Бадик! Ты наша. Меня надо срочно отнести на другой этаж. Опа! Идем на самый верх. Идем на самый верх, 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 верх. Давай на самый верх. Давай. Надеюсь, это модница сейчас ушла. Модница ты, Даша. Ну, и где ты? Тыби. Ну, все. Поехали отсюда. Мне сейчас нужно на второй этаж. Где эта красавица? Стоп, мне надо убедиться, тут он где. Может, кстати, она тут. Я буду его ждать, пока он не заснет.
Блин. Меня тут нет. Меня нету. Чел. Чел, меня нет. Меня нету. Пруфов не будет. Так Крипикет говорил. Как говорит Крипикет, пруфов не будет. Сейчас мы его приманим. Где это наша Золушка? Ну, Золушка, иди сюда. Ой, не Золушка, а красавица ты наша. Монница! Тебя зовут. Ля, плевать! Ему плевать на меня! Это неуважение ко мне. Блин, я вот боюсь, что он сейчас выскочит на меня и все. Тут ничего. Сейчас он сюда побежит. Сейчас он уйдет куда-то. Сейчас он пойдет. Фиг знает куда. Ну, где-то интересно. Где-то наша красотка. Красотка ты наша. Где ты? Спидарушка. Все буду звать. Сейчас будем коллекционировать кое-что. Камушки! Стоун. Вообще это больше на фольгу какую-то похоже. Вот, вот, ну что это? Кто так рисует камни? Неуважение к камням, вот что. Скипидарушка! Так, ну где ты? Ну где? Где ты? Мне показалось ли он сейчас там был? Он там, честно, на кухне, наверное, бывает. Господи, у меня вот подлагивает. Жесть, как подлагивает. Господи, я так жду тебя. Ты даже водишься. Я вообще, когда скачивал впервые, не замечал этого. Но только когда посмотрел Крипикет, заметил. Потому что она показала.
То, что у деда баник. Маникюр. Черный. Так, а что если... Керри, мод, что у нас? Керри. Где ты? Ну, где ты? Сейчас мы его будем отучать. Да, где ты? Кривоногое ты создание. Как его приманивать, алло? Но! Ну и где? Ну и где? Ну и где? Ну и че? Ничего не можешь по своим. Ну. Ничего не можешь со своим, кстати, со своим шотганчиком. Ничего не можешь, да? Кстати, он во второй части, Granny Chapter 2, он был с ломом, ну, вроде. Привет! Я вообще не можешь ничего. На! Ой, значение твое никакое. Ну, я всегда мечтал поиздеваться над тобой. Давай, давай, ко мне. Пошли! Вставай! Ну ладно. Дружище, тебе нужно курсы пройти.
меня жизненного опыта нет. Камушек. Тут камни и патроны, это самое важное, чтобы оглушить этих двух родителей. Которые являются не родителями, но именно за Сандрину я говорю. Не стала же бабушка или мама убивать свою дочку? Она призрак. Там вообще в первой части, когда апдейт был с книгой и рычагом там потайным, там... В общем, они убийцы, потому что она не стала бы убивать свою доченьку. Так, еще бяку уберем. Кстати, у деда автонаведение на... Это дед, кстати, у него автонаведение. Я вам это уже говорил. Кстати, это довольно долгое видео, потому что оно где-то 32 минуты уже. Понятно. Так, никто не возьмет тебе мою хорошую. Thank you.